Предприниматели обещания сдержали. Дорогу возле торгового центра в восточном районе города привели в порядок. Речь идет об участке пути, расположенном рядом с бывшим рынком «Восток». Мы рассказывали об этой ситуации в сентябре этого года. Владимирцы жаловались на то, что практически год местная дорога была в убитом состоянии. Подъехать к парковке и спорткомплексу, не провалившись в дорожную яму, было невозможно. Обходить по ухабам и рытвинам аварийные участки были вынуждены и пешеходы. Раньше на этом месте был центральный въезд на рынок, а в палаточном городке велась торговля. В связи с этим на дорогу никто внимания не обращал. Когда же рынок переехал в торговый центр, а уличные лотки убрали, проблема вскрылась. После выхода нашего материала дорожное полотно привели в порядок. Хоть дорога и муниципальная, ремонтировали ее предприниматели за свой счет. Здесь, да, изменилось. Ну, лучше стало ездить. Лучше. Намного. Ну, если дорогу подлатали, раньше были ямы. Вот недавно ее сделали. Дороги, конечно, изменились. Заделали дырки. Ну и как? Стало ездить удобнее. Не только заметил. Летаю теперь, как это, на второй скорости ездить.